Артисты театров балета, профессиональные коллективы, любители и начинающие исполнители 29 апреля отметили Международный день танца. Среди разнообразия этого вида искусства именно лезгинку по праву можно назвать одним из самых любимых – воспитанниками музыкально-хореографической гимназии. Свое мастерство подрастающие звезды демонстрировали на конкурсе «Звезды ГИМХО». Ежегодный смотр талантов собрал всех учеников образовательного учреждения различного возраста. Стать лучшим можно было сразу в нескольких номинациях. Свои умения демонстрировал и 8-летний Магомед. Танцами маленький джигит увлекается уже 3 года и готов, не останавливаясь, вновь и вновь покорять зрителей элементами лезгинки. Оценивает танцоров и выявляет одаренных детей компетентное жюри, в составе которого известный хореограф и государственного вокально-хореографического ансамбля «Дагестан», объездивший со своей танцевальной программой практически весь мир. В нашей школе функционируют 2 отделения – музыкальное и хореографическое. И на этом конкурсе могут принимать участие как музыкальное, так и хореографическое отделение. У мальчиков номинация «Лучший исполнитель характерных композиций», номинация «Лучший пальцовщик», «Лучший трюкач» и номинация «За артистизм». А у девочек у нас, девочки участвуют в 3 номинациях. Это «За лучшее техническое мастерство», номинация «Лезгинка» и «За артистизм». От такого музыкального проекта все ученики в большом восторге. Каждый из них может не только соревноваться со своими сверстниками, но и выразить в танце свои чувства. Радость, обида, любовь или разочарование. Каждый жест, мимика, взгляд юноши или лебединая походка и нежный стан девушки могут рассказать об эмоциях, которыми в данный момент наполнен танцор. Мы делали сегодня характерные пальцы, трюки и это, ну, и другое все. Нормальные, все участвуют в нем. Ну, так хорошо придумали все. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. На небосклоне талантов по итогам сегодняшнего конкурса загорелись еще несколько звездочек, каждого из которых наградили специальными грамотами. А далее танцоры ГИМХО будут упорно продолжать заниматься и улучшать свои хореографические способности, изучая все более сложные элементы лезгинки. А, возможно, в скором будущем каждого из этих ребят ждет танцевальная карьера в одном из дагестанских ансамблей. Шахнабат Кулиева, Шамиль Гусейнов, новости Каспий ТВ.